18 апреля пройти тестирование по отпечаткам пальцев смогли учащиеся башкирской гимназии. Педагоги этого учебного заведения просто пригласили специалиста для того, чтобы выявить сильные стороны своих воспитанников и направить их потенциал в нужное русло. Желающих принять участие в тестировании оказалось немало. Нашим детям иногда бывает, что они не могут определиться с профилем, какой путь выбрать, в каком направлении идти. И мы подумали, что данное тестирование может помочь им в этом. И у нас на тестирование в основном идут 9-е, 10-е классы. 9-е у нас вот должны к 10-му классу определиться с профилем. И в основном выбирают они данное тестирование. Благодаря специальному сканеру и полученному в ходе анализа материалу, каждый из пришедших смог узнать о себе много интересного и выбрать подходящее направление для дальнейшего развития и раскрытия творческого потенциала. Ну, я считаю, что у меня показалось практически все верно. Я думаю, что всем нужно пройти инфолайф. Очень много интересного о себе узнал, какой я на самом деле, кем я являюсь, кем могу стать в будущем и какую профессию выбрать. Сегодня, благодаря компактности автоматизированного комплекса «Инфолайф», учебные заведения могут провести тестирование на своей территории. Это значительно сэкономит время как педагогов, так и ребят и поможет будущим абитуриентам найти себя, не отрываясь от учебного процесса. Ксения Зайцева, Кирилл Попов, информационная программа «Ежедневник».